Ну что? Все, едем вдоль моста. Да мы видим тут дорогу. Дорогу проложим сами. Эй, иди по дороге, ладно? Сэм, ты хочешь за руль? Ну да, хочу. Ты не хочешь, пристегнись лучше. Тебе не плевать? Но у него бивень. Ты поняла, куда они поставили тот огромный ящик? У двигателя. Хорошо. Тогда нам туда. Все!
я. Не идет! Давай вместе! Тяжелая посадка!
больше, чем я думала. Ну так она армейская. Ну-ка, помоги. Боже, не сдвинем. А обезвредить? Нет, сразу взорвется. Ладно, план Б. К локомотиву. Ты идешь? Давай, лезь! Это локомотив. Можем пролезть тут. Давай! Нет! Нет, нет, нет! Что там? Ее приварили. Черт! Эй, на крышу! Да, и правда опасно. Не думай, что делаешь. Просто делай. Давай! Ну как? Тут тоже приварено. Надо по-другому. Ну, если у тебя есть идеи, слушаю. Стрелка! Что? Впереди! Там стрелка! Если переведем поезд на другой путь, выиграем время! Вот это неплохо! Вот черт! Не стоит у нас! Нужна машина! Надо. Стоп, стоп! А надо ли? Она дама лихая. Сэм. Ну, я просто... Черт! Стоп! Беги! Я не задержу! Ладно. Неужели сработало? О, господи, мост! Черт! Черт! О, господи!
это? Ну, знаешь, пробки. Ну, я всегда считал себя человеком терпеливым. Но вы две шавки особой породы. Хам! С удовольствием тебе врежу. Ну давай! Покажи, как надо! Рискнете жизнью? Ради кого? Ради горстки черни? О, ты невыносим! В моих жилах течет кровь древних королей. Мой народ снова восстанет. Вали его! А выглядишь таким крутым! Это моя земля! Вы-то что тут хотите получить? Мы просто хотим помешать тебе! Бомба? Да я просто куплю другую! Сожгу твой город, воровка! Твоя чернь будет молить о пощаде! Один! Покончим с этим! Тварь! Не рыпайся! Надо уметь вовремя признать поражение! Ваш час пробит! Надин! Я сейчас! Тысячу раз, прежде чем вам уступить! А, черт! А ты не забыл про мост? Молчи и дерись! Закончим дело! Мерзавка! Вы все испортили! Испортили! Ритуал очищения был бы прекрасен! Почему вы просто не сдохли? Вот и все. Рано радуетесь. Придут еще. Как тот юный король, вы ничего не добились. Ты совершенно прав. Прогресс всегда требует жертв. Фрейзер, нам пора. Ах ты мерзавка. Бежим! Господи! О, Сэм! Забирайтесь уже! Женщина! Да это мышцы! Все так говорят! Давай, давай! Спасибо!
Слушайте, как вы оттуда выбрались? Честно говоря, я сама не поняла. А где Асаф? Взорвался с поездом. А, ну что, туда ему и дорога. Вот это вид. Класс. Ага. И дело сделано. О, да. Ну, куда теперь, Надин Росс? Вернешь компанию, выйдешь на рынок оружия? К черту компанию. Да ну. Ну да. Вообще-то я подумываю всерьез заняться поисками сокровищ. Никакая сволочь тут не ищет партнеров. Ну я... Не ты. Окей. Ой, извини, я работаю только с профи. Ага. Где бивень? А он не... Господи. Что, Сэм? Да шучу я, шучу. Вот он. А вы... Ау! Алло! Больно же. Последняя сигарета. Какая красота. Да. А сколько, вы думаете, мы за него получим? Ну, Министерство культуры наверняка наградит нас. Ага. От всей души. Да, партнер? Давай. Да уж, ну вы юмористки. Министерство культуры. Боже, вы что, серьезно? У меня есть частный клиент. А? Ну, послушайте вы минуту. Я все понимаю, благородство и все дела. Ну, правда, я же полностью поддерживаю. Ну, нельзя ли... На, вот, пиццу поешь.